один надо привязать, чтобы остался. Ну да, на всякий случай. Это готовится маме мышеловка. Самое главное, чтобы они не сдулись. Не сдуются. 20 минут сейчас приходим, все сдулись. Ага. Второй радушный дом, вот чай разносит проводница, берез мелькание за окном, под разговор добреют лица, мы дарим теплоту в глазах. Давай, привет, чай провожая. Только дело. Мамушка чай говорит. Уносят нас быстрее поступ колес. Целый год не было. Я слышу, не говори. Давай что-то спойдем. Та песня о тебе, та песня обо мне. На своих. На Пустышкины. На кого губы походят, я что-то вообще не знаю. Мы на такси что ли поедем? Ну, вот такси. Одинаково, смотри, держи. Держи. Но. Не говори, все, ты это. Держи, смотри. О! Смотри, сколько голубей. Хватай быстрее! Хватай, ты что быстрее хватай? Ну, улетай же! Ты что? Андрюша! Поймала, который этот. Мальчика поймала. Ну, ладно. У меня тут сбой камеры был. Да? Повторить надо. Отпустишь? Опять что ли сбой камеры? Да нет, шучу, я шучу. Опять. Вон ты посмотри сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, семь внуков, седьмой внук полетел. Восьмой лет полетел. Восьмой, ну вот, тем более, значит. Намекает, настраивайся, бабка, на большую семью. Да? Да. Нет, вы еще сами не поняли, большая у нас будет или небольшая. Давай, не прищуривайся. Чем прищуривайся, как это? Так у меня глаза. Подожди, еще не включилась. Вот сейчас давай. Говори. Шикарный, говорю, букет. Спасибо вам. Понравилось? Да. Ну ладно. Я говорю, не только я ждала этой встречи, но и вы. Да, обязательно. А я-то как ждала. Целый год. Целый год. Куда хотишь? Год и два. За паспортом едем. Да-да, давайте заедем пока, что по пути, если все, дед, по пути. Ладно. Я вернулась. Да. Да-да. Бабушка. Бабушка, дядушка. Да, даже не подумаешь, что я уже бабушка. Да, ничего. Понятно. Ну. Так, было после завтраки. Да, так и все осталось. Новый звонок? Да, новый такой звонок. Ага. Или лучше стучаться? Да, стучаться. Лучше стучаться. Ага. Звонок новый вилла, да? Ага. А что это? Да ничего, простак просто. Там сказал стучаться. Привет, кому-то там! Привет, привет, моя дорогуля! Давайте улыбать. С приездом, моя хорошая. Неужели? Неужели ты дома, дома моя родная?
Давай, включайте свет. Ну, конечно. Свет включите. Давайте свет включайте, проходите. Ну, что-то вас, Саш, не видно нифига. Утерота? Утерота. Давай пока сюда. Я руки занимаю как раз это самое. Сюда пока поставлю. Да там она пеленая. А это что, зачем тут так? Да, ну-ка, подожди, Юля, да хоть пусть выйдет. Юля, выходи уже. Так иди, Юля, иди к нам, иди сюда, иди ко мне, ты иди ко мне. Я-то тоже надо, мне, наверное, маску вначале одеть. А что тебе маску не надо? Чтоб я на меня Юлю походила, чтобы он не испугался. Не испугается. Тебя туда не пускают в Крым теперь? Пускают. Пускают? Он сам тут. Признал уже ты? Да. Романа Андреевича-то? Крым присоединил. К себе. Роман Андреевич к себе, да. О, какой. Котяра, животяра. Что ты там, Юля, делаешь, колдуешь? Ой. Малышка, привет. Привет, твоя бабушка приехала. Чего такое? Заволновался, не волнуйся, не волнуйся. Нет, все еще не волнуйся. Не волнуется? Вон ты, все еще хорошо. Давай. Вот я тут. Здравствуй. Здравствуй. Как ты? Мама с папой не бежали без меня? А? Ты мне расскажешь все? Да? Обижали? Серьезно? Че говорили? Бабушка приедет, вот такая бабушка, да? Всем все расскажешь, давай, давай, расти, конечно, конечно. Так все расскажешь, да? Ой, ты маленький какой, синяком под глазом. Маленький, да? Нормальный? Да, что там такое, что там такое? Че, папка не обижал тебя? А? Папка-то че его папки? Ничего, все говорит хорошо. А ты, малышка, ты хоть какие-нибудь звуки-то издаешь? Погоди, знаешь. Да? Но... да, молчит. Думает еще, говорить или не говорить. Это что ты его раздела-то? Да, что ты она его раздела? Я его протирала. Ну все, давай, одевай, одевай, одевай. Грудка голая, давай быстренько. Ой, ты малышек, 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 малышек. Холоси, холоси. Ручки замерзли, замерзли. Мама, да. Это да. Один, конечно, одевай. Носик замерз, замерз. Да, конечно. Конечно. Да. Вот такой маленький. Истерика. Вот такой так холосенький. Че, кто оденет? Я еще сама боюсь. А что боится это? Да надо вспомнить, как это был такой Андрюша маленький. Андрюша такой маленький. Да. Лапочка тут на грудку надо всегда в тепле держать. Вот это обязательно. Да. Столько с этой сам протерла, и каждый деваешь. Бабушку-то видишь? Да? Видишь? Скажет, и говорил. Ты маленький какой. Мне кажется, Андрюша был больше. Даже, даже. Скажешь тоже мне. Нет. А тоненько нет у тебя? Такой и был. Такой и был. Нет, знаешь, какой я? Это ты с штанами делаешь. А вот такой распашонки простой. Как у тебя? Все холосо. Ручки замерзли. Да ее только задом наперед одеть ее. Нет, немножко не такую я имела в виду. Вот она вот как бы так делается. Вот такой, и вот, вот без такой большой, большой, большой. Я понимаю, что грудка. Чем вы вырастите? Вот такой большой, большой, большой. Так двойную сделать. Щеки большие, нет, я вот эту одену. Вот такие большие. Ой, ты уже со штанами хочешь? А, вон ты как. Малышка какой. Ну, новый, давай что-то такое. Что там, что там? Ручки замерзли, давайте, ну, конечно, одеваться. Одевайте, одевайте меня, скажи. Одеваться, давайте. Надя. Что значит, пожалуйста, я не знаю, как ими пользоваться, Юля. Да, вот так. А что ты что испугала, скажи, меня испугала. О чем ты говоришь, бабушки, памперсы? У нас такого не было. Подожди, я там плохо сделала. Там, наверное, надо поправить. Нет, значит. Угу. Вот, скажи, давай, давай, давайте, давайте, меня, давайте, я кричу, это потому что уже сто замерзать начинаю. Вот там уголки маленькие, угу. Чуть-чуть. А достать. Тут, наверное, что расправлять? Вот, вот с этим. Ага. И соединять, наверное, да, с этими? Да.
немножко выдутаем, чтобы пупок не налезал. А вот это тоже отцепляете? Вот это отцепляете, это липучка, да. Больше, иначе он все обсыпется, обкакает. Ну, покажи, вот как зацепила бы ты тут, хотя бы по-своему-то там как. Ножки масенькие, ножки маленькие. Ну, первый раз, я вообще все первый раз вижу. Да, я тоже такого не видела, у нас без этого было. Да, носки маленькие. Мы подгузники назывались. Носки. Давайте дальше. Одевайте вот обличка. Одевай, как ты это делаешь. Ну-ка. О, холосые ноги-то крепкие. Опа. Сейчас как побежит. Да, хорошо. Ножки-то, ну, холодные. Я сейчас беру за нос уже, наверное. Давай, давай, сейчас мы его согреем, малышку. Да, ножки замерзли. Опа, давай, сейчас мама Юля раз. Тут все раз. Сделай. Да. Я буду ручку одевать, если можно. Давай ручечки будем туда прятать. Давай будем прятать. Да, конечно, бабушка, надо спрятать меня. Я как тебе, Ромчик, повезло. Посмотри, у тебя сколько нянек у семьи. Нянек, да. Ага. И бабушки, и прабабушки, и я мама. Я согласен на этих все нянечек, рядом. Скажи. Да, да, согласен, ухаживайте за мной. Да, я буду расти. Питё это самое. Да, говорят так. Да. Но... Подбитым, ты видишь, боец? Я вижу. Боец сразу у нас. Подрался бы в этом. Ой, смотри-ка, да. Уже вошел выйти, да? Если вытянет, у него даже будет нормально, да? Да, матечка, вот так вытянет и носки хватает, ага, вот. Вот так, вот так, ребята, вот я так умею. А что они до конца так? А не знаю. Постой, а может не надо открывать, вот пусть так будут. Вот они будут. Что? А, еще там будет? Конечно, ну, давай, видишь, будет. Вот видишь еще ты. Мама-то у нас уже с опытом, а мы-то что еще? Да, мы-то начинающие. Знаем, да. Мы только начинающие вот, плятать будем. Ноги. Согрелись уже ручки. Теперь ножки наши, чтобы согрелись. Давайте носки оденем. Угу. Где вот носочки? Красивые. Все тут, все такое маленькое оденем. Да? Все маленькое. Да. Вот эти рукавчик. Такой терпеливый мужчинка. Да, конечно, хочешь я люблю, одевать, будем, даже надо указывает. Одевать, будем одевать. Что вам еще надо, что? Да. Сказали одеваться. Раз кулак ближе к рту, вот и я все умею. Одеваться. Ой, все одевается. Киски спать не дают. Уже. Крымчики спать не дают. Говорят. Так, а где сторона? Нет, вы до конца одевайте, иначе он может... Как гольфик одевает, да, на вот этот самый. А только, да. Не, да, вдруг и так. Психует, он их скидывает. Ой, да ладно. Психовать уже. Когда грудь не может... Когда грудь не может с первого раза взять, да? Да? Ты уже умеешь психовать? Ты только так. Ты такой у нас мальчишка, что ли? Характер показывает. Да. Слушай, а это чего у нас этот самый... И накрыть надо, мне кажется, потому что да, этим что-то там холодно. Вот так вот хотя бы. Вот это вот что такое у нее? А это у нее какая-то подстилочка, я так понимаю, пока чтобы это не попачкать. Все, видишь, как замерз. Мне кажется, шапочку надеть, нет? Нос у него холодный. Вот эту шапочку одень, ага. Давай, будем шапку одевать. Я не умею шапки одевать. Давай, одевай шапку. Самое простое. Покажи, да как же. Не он, головушка вот так. Вот мамочка умеет так. Вот меня нарядила, видишь? Вот я такой вот пупсик. Пупсик. Он, правда, немножко большой, но... Из большого не выпадем, скажи. Скоро вырастем, уже будет потом мало все подрасту, скажи. А скажи, из большого не выпадем. Я так вот делаю. Ну и ладно. Это в цирку уже. Ну и ладно, вот это мне нормально. Вот это все, я уже что? Готов. Все, можно что тебя ты? Брать? Он или... кушал давно, не? Или ничего? Нельзя? Берите. Не это, не срыгнет? Давно кушал? Да. Давай. Вот. Ой. Он я. Вот такой холёсий, масенький, бабушки на ручки. Да. Ой, ты еще шевелишься? Да, как же. Малыш. Это я куколка такая, да, скажи. Да, ты такой холёсий. Уже живая. Уже живой, уже такой, да. Головой крутит. Посмотрите на меня. Второй-то, да? Нет, это другой. А ты меня знаешь? Нет. А, Ромчик, ты меня знаешь? Я твоя бабуля. Бабуля, то есть. Понимаешь, бабуля. Вот ты меня будешь так называть? Запросто, да? Скажи. Малыша, ты а можно соединить бабуля. Бабуля. Бабуля и бабуоля. Бабуля. Бабуля получается. Бабуля.
Бабка. Это бабуля, а это бабуля. А я прабабка. Прабабулька. Да. Ну что, бабушка, на кого он у нас похож? Так ты, я сказала, тут Андрюшина и Юлина. Мне кажется, Юлина больше, чем. Ну, Юлина, это вот я пока не знаю, глаза какие там, карие, серенькие, не тоньше, знаю, какие. Да? Тоньше, да? Тоньше, сиська, бабуни. Вот Юлины черты. Мне кажется, тут Юля. Ну, Юля пока Юля, а ну, вот это вот, вот волосик у него на лбу. Место. Волосик у него на лбу. Вот, видишь, ага, натрясли. Да-да, сейчас, минуточку, я вижу. То, наверное, ему мешает. Да, это... Да. Ну, сто. Все, признал меня? Слава Богу, я думала, раскричишься. Нет, я такой спокойный. Да ту-ту-ту скажи. Да? Ту-ту-ту. А ты меня видишь? Да, я тебе нравлюсь? Да, а перещурился, как дед, смотрите. Вот на один глаз. И я также на один глаз. Да. Ты меня видишь? Скажи, я тебе нравлюсь? А ты мне нравишься? Да. Ну еще бы скажи. Я-то... А на ручках-то он млеет, ему нравятся ручки-то, конечно. Ему тепло становится на ручках. Да. А там нет, ему просто чувствует. Нравится в таком положении с солдатиком немножко. Да? Это с солдатиком? Ну как бы, когда вот так вот, ну, ниже и выше, как бы, это солдатик. Ага. Он только в больнице у меня срыгивал, дома только один раз стрыгнул. Ну, он уже, то есть, как он уже подглядывает. Но ты мне будешь рассказывать про маму, про папу? Мне как раз таки говорят, я рекомендую так у солдатика, хотя бы 5 минут подержать. А что, Юля, у него пройдет они этот синячок? Обыкновенно не заботятся, и все-таки они всегда в цене, поскольку не бывает безработицы. У бабушек в таинственной стране с глазами всепрощающе печальными они в домах ютятся по углам машинами стиральными-качальными, машинами, что плачут по ночам, машинами стиральными-качальными, машинами, что плачут по ночам. Жесток наш век, своих детей не балующий мы в мягкости, и то порой грубы. Но по земле на счастье ходят бабушки, так мягко, словно ходят по грибы. И бабушки, стирая или стряпая, когда тоска по детству их берет, впадают в детство, словно реки странные, которые текут наоборот. Впадают в детство, словно реки странные, которые текут наоборот. Всемирных неразумностей свидетели, они среди пеленок и посуд, как разума тишайшие светильники, свои седые головы несут. И вечные Арины Родионовны с колясками по скверам семеня, курносые надежды нашей Родины, они толкают впереди себя. Курносые надежды нашей Родины, они толкают впереди себя. Они толкают впереди себя. Андреевича 20 ноября 2015 года. Родился маленький Романчик. Роман. Да. Это Роман будет потом. А, сейчас да. Романчик у нас. Романчик. Рома. Давай. Родился маленький Скорпиончик, я вам еще скажу. Да ты что? Да, готовьтесь. Скорпиончик очень чувствительный человек. Чуткий. Чувствительный. Он чувствует любую фальшь. Андрей Александрович, гражданин России. Ну, послушай, сейчас она говорит про гороскоп.
он чувствует все, что происходит с другим человеком. Вот если у нас Андрюша психолог, так то психолог вдвойне. Вот он говорит, психованный, да? Да. Не психованный, а психолог. А Юля сказала. Он настолько понимает. Я ничего не говорю. Людей. Слушай, и он давай, Юлечка гороскоп рассказывает. Чувствует вообще вот фальшь. То есть, если вот, например, человек решил сделать какое-то дело, его подводит под... ну, нехорошее что-то, он это моментально должен чувствовать и отфутболивать. То есть все плохое он чувствует заранее, намного раньше, чем все остальные люди. Тонкая натура. Ну, слушай, ты что, это самое, да. Как глоба. Да. Ну, то, что драчун, вы сами поняли, синяк тут уже сразу никуда не деться. Это там в гороскопе написали, родился драчун. Да. С синяком это уже сразу Юля дала. Юлечка сразу отметили его уже, да, значит? Да. Ну, а все остальное... Не перепутали. Ну, а все остальное-то посмотрим, как оно будет. Но я думаю, что... А как будет? Как родители? Да, любовь дадут родители. Я вот, например, постараюсь... Опыт. Да, может быть, может и, да. Бабушка с дедушкой что? Доброту, ласку, баловство, да. Мы портить так можно. Мы портить. Это от баловства, говорят, да. Вы портите только бабушку с дедушкой. Дед сразу сказал, материться научу. Все нормально. Но в итоге-то это, знаете, каким словом называется? Мы ему дадим счастье. Ну вот так вот. Хорошо? Мы ему дадим счастье. То есть, в общем-то, счастье пусть это будет. Да. Пусть счастливым растет. Да. Вот самое главное. С мамой, с папой, с бабушками, прабабушками, чтобы все это у него в итоге вышло. Слово счастье. Да. Согласны? За это надо выпить. Давайте. Мы не возражаем. Мы не возражаем. Давайте. Давайте. Ну вот он, наш. А мама-то с папой у него Андрей Александрович и Юлия Андреевна. Все правильно писали. Не перепутали. Да, Самсун тебе сразу, не глядя. Тебе, Юлечка, да. Пусть померяет, да. Какие вот тяжелые, Юлечка, Юлька. Московский ювелирный завод, там не шутка. Да ты что, фирма веников не вяжет. Ну-ка, Юль, нравится? Да. Красотей. А бабушки-то какой красотей. А бабушки тоже красотей. Ой. Но это я с перспективой на Новый год, так как Новый год, возможно, я не буду за вашим столом. Вы когда это оденете это все, у вас будет новогоднее. Видишь? Ой, какая красотей. Много бабушек покажи. Не. Тоже красивая. Ух ты! Ой, что там взяла-то? Красиво. Это рожечка такая. Mm-hmm. Да. Это я вам с перспективой на Новый год. Даже? Да. Деду я, как всегда, еще скормнее подарок. Ну что теперь? Правильно. Красиво, как красиво. Я вот ура! Это мы с тобой мы обязательно. А это померяй. На рыбалку, чтобы это не кому? Мёд садить. Не тебе на день рождения, тебя нет. Ты чё? Ля, сельфи. Просто если взять было больше, тогда бы было еще. Сельфи. Это гарнитур называется. Гарнитура. А я думала, у тебя есть дырки. Дочка, нету, уже. Заросли. Есть они дырки, но заросшие. Есть. Mm-hmm. Я тоже все подумаю, наверное, надо мне Ну, а в голове семьи. Да. Андрюша же у нас стал главой семьи. О, скипетром держал. Да? Скипетром держал. Да. Ивана Грозного. Да, раз глава семьи, я просто это самое... Не говори. Не смогла уже... Голова ты семьи у нас. Ё-моё. Голове семьи вот символ года. Да. Вот такой вот. Шоколадный. Да, шоколадный. И подарочек сам, который ты себе придумал, купишь. А это... символу года моему внучику, чтобы вы там приобрели ему все, что все, что не хватило. Да. Мама нас всех украшает, мы тоже маму будем украшать. Тоже украшайте. Ну-ка. Чем вы меня украшаете? Ух ты, ё-моё. Ну, старушка, как тебе? Ну-ка, давай украшайся. Какая я старушка? Она была бабушка. Я ее спрашиваю, она же бабушка. Браслетик-то? До старушки-то еще как до луны. Да. Сейчас Андрюша мне тут подцепит. Угадал, да? Почему? Я вот деду не угадала чуть-чуть, надо было. Нормально угадала, все, не балуйся.
Что там угадала? Зато не продувать ничего не будет, когда конечно. Широкая. Я уже его давно уже в эти рамки да, сажу. Конечно. Ой, она, да, уже. Видите, теперь я золотая бабушка. Да. Золотая, золотая. Конечно, ты у нас все золотые. Да. А это от нас. Юля, ты одела? Я уже убрала. Нет, ну давай посмотрим. Да, это ответный подарок. Ответный подарок. Что это вы? Решили-то да. вдруг подарки-то мне дарить. А ради всем? Чего? А у тебя тоже дни рождения были, там да. еще какие-то даты, мы да. все это, значит, туда. Ну вы так, да. ну вы даете. Да. Да. А как же, как же. Ну, что, обменялись подарками. Да. Ладно. Да. Спасибо, моя хорошая, спасибо. Хороший подарок. А вам, молодежь, подарок будет несколько впереди, так что... Нам не надо подарок. Молчите, все, ваши, рыбу все окей. Вот, посмотрите. Вы нам и так подарок, ну, мы все, вам подарок, и... так что все... Ну, вроде я угадала. Все с подарками, форму, да? чтобы были. Но... Похоже на ее форму. Мне выставить лишь. Ну, вот я говорю, их-то можно и к этому даже колечко. Даже, они... даже, да, гармонируют. Они тоже не... Мои только надо почистить. Ага. А эти, почему я не стала эти висюльки брать, думаю, сейчас с ребенком как раз вот хорошо без, да. без висюльки. Да, то уж оторвет нафиг. Да, зацепится еще не дает. Это да.